аббат, властелины монастырей и их роль в Средние века. Прежде всего, аббат не просто титул, это звание, обозначающее духовного отца. С V века он символизировал власть и мудрость в монастыре. Аббаты влияли на церковь и общество, будучи мостом между мирами. Их выбор — это не только религиозный акт, но и социальная ответственность. Оставляйте свои мысли в комментариях, делитесь впечатлениями и не забудьте поставить лайк.